не, не. А ты вот говорил про соревнования. А у вас там какие-то, ну, вы должны фигуры были делать или по маршруту лететь? По маршруту. А. Ага. Блин, вот если реально, ну, высоту, мне на самом деле очень нравится, но вот я сейчас тебя поймал на мысли, да. Я левой рукой вцепился и держусь. Я цепиться не могу, да. Все равно страшно немного. Местные не любят, да, когда вы летаете здесь? Нет, почему? Есть нормальные ребята. Не все. Ну, типа на их поля там и все дела. Ну, да, есть приземляйтесь. Такая штука. Нет, их поля никаких проблем нет. А чем вот параглайдинг отличается от параплана? Или это одно и то же? Параплан — это крыло, а параглайдинг — это вид спорта. А-а-а. Это парашют и параплан. И самый парашют. Примерно. Что мы летим. Да. Но уже начинают думать, блин, а когда же уже на землю? Ну, не проблема. На землю не проблема, я удержу высоту. А как это ущелье называется? Вообще не работает каньон Араг. Ну, ты имеешь в виду поток, да, по каньону должен? Вообще нету. Я пришел, тут все он потерялся. На посадочке, скажите, ножки сделай вверх. Вот так. Твоя позиция. Покажи мне еще раз. Да, вот твоя позиция. Скажи, хорошо, становись на ножки. Ставь ножки, значит. Окей. Не говорю, ты становись на ножки, не становись на ножки. Да, по-моему, ты все даже на старте сам сделал, нет? Ну, можно так. Ты все равно бежал. Если ты не бежал, то мне было бы тяжело. Чего я не люблю, когда люди бегают.
будет. Немножко вверх сделай. Держи. Держу. О, собачка. Дай миг. Готов встать? Сейчас. Опа, я встали. Хорошо. Опа. Отлично. Крылышко упало? Чего? Крылышко упало, Миша, вставай. Миш, да? Да. Миша, вставай. Так. Ребят, мы приземлились. У меня лично пальчики уже замерзли. Не знаю, Миша, у тебя как? А у меня уже забилась левая бицуха, потому что я не отпускал весь полет ручку. Мы сильно не крутились, скажем так. Я вот просто потермалил и все. Ты же видел. То есть ничего, свой термический поток поработал. Это было супер. Мне очень понравилось. Конец февраля, Грузия, 2020. Приезжайте, замораживайтесь, будем вам рады. Пока. Пока. Отцепляю. Правый карабин. Да, левый карабин. Ага. Разворачивайте камеру двойной стороны руку. Хорошо. Спасибо тебе огромное. Это было, блин. Вот, знаешь, я тебе сейчас такую вещь скажу. Говори. Значит, мне супруга подарила этот сертификат, да? На 23 февраля. Я думаю, блин. Ну а что, ну почему не материальное, да, что-то? Ну там, ну я не знаю, ну вещь какую-нибудь. А на самом деле, вот когда вот это через себя все пропустишь, ты понимаешь, вот когда будет как дедлайн, да, ну когда да, вот перед да, гробовой доской, да, ты туда не возьмешь никакие вещи, ничего. Ты возьмешь туда воспоминания, эмоции. Вот это самое главное. Если многие спасибо люди, тебе еще раз. Многие люди это понимали. Хорошо. Так и есть, по-моему.